сейчас я чувствую такой творческий подъем. В Англии и в Германии состоялся релиз. Релиз этот называется «Like It Like That». Новая композиция группы «Choco Lady», на которую сделали два ремикса. Они сейчас очень популярными становятся и в Англии, и в Германии, вообще в Европе. Я принял участие в съемках видеоклипа. Я сыграл там диджея, в общем-то. По сути, себя самого и сыграл. Сейчас закончил работу над ремиксом для Дады на Lollipop. Делаю три работы в разных совершенно направлениях. Дач с элементами дабстепа. Вторая работа про Амстердам. Может быть, это навеяно фестивалем Sensation. Вот. И еще работаю над гимном фестивалю, который будет называться GOPFM.